В селе Верхний Перевал Пожарского округа появилась современная уникальная врачебная амбулатория. Теперь местные жители смогут получить медицинскую помощь, не совершая долгих поездок в Лучегорск, до которого 1,5 часа езды. Как уточнили в Краевом министерстве здравоохранения, новое медицинское учреждение полностью оснащено современным оборудованием и мебелью для сотрудников и пациентов. Предусмотрены кабинеты врача-терапевта, фельдшера, акушера, процедурные и прививочные кабинеты. В новой амбулатории медицинскую помощь будут получать почти 1000 жителей села, в том числе 142 ребенка. Было принято решение управлением капитального строительства и губернатором Приморского края, что здесь будет стоять капитальное здание. Оно уникальное, оно единственное, со всеми необходимыми кабинетами, с аптечным пунктом, с автономной системой вентиляции и с гаражом. Такого здания амбулатории в Приморском крае нет.